И вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить игру Dante's Inferno на канале. Находимся мы в лесу самоубийц. Ага. В кругу... Жестокость, что ли? Кто-то все время меня зовет. Кто это может быть? Вау. Вау. Не надо вот это мне. С этой не еще будем так разбираться. Здравствуйте. Ага, котел. Смотри, вот этот пирач. А, это вот этот пирач. Ну и нормально, чё. А меня тоже пирач. Братан, подбирайся, мне плохо, блядь, она убивает. А, вон оно что. То есть эту фигню все равно надо пить, да? Таким вот образом. Ты что, блядь, смотришь? На, я слепой айфон, блядь. Why do you break me? Have you no pity? Mother. Mama. No. When the soul quits a body from which it has uprooted itself, Minos judges it to the seventh circle. There, it sprouts, shoots up like a sapling. No body, only the pain. For it is unjust. That any soul possess that of which it has robbed itself. But you don't belong here, Mother. You died of the fever.
Her heart just gave out from the fever. She was too fragile. Да, батя сказал неправду. I despised your father's cruelty. But I was too weak to defy him. And so I took my own life. And you... You learned his ways. Forgive me. The fault is mine. I had not the courage to protect you. Can you forgive me? I should have. Mother, why did I lose everything? Some men change, son. Others become the man they once were, the man they wish to be. Beatrice was all I had. Why did I betray her? It is too late for us, son. There is still time for her. Absolve me. My soul belongs to you. You must save Beatrice. She is innocent. Жестко, короче. Магия, смотри, новая магия. А, плод самоубийства. Давай посмотрим. Так, ну да, будет на А. Данте сбивает гниющий фрукт. Дерево самоубийства на землю, оглушая ближайших врагов. Ну, не очень понятно, что это. У меня должно быть дерево где-то. Так, черти пошли. Давай дерево попробуем. Благо, ты очень Так, ну я так понимаю, что дерево не обязательно должно быть рядом расти. Ну, попробую. Магия еще не полностью в нее вник. О, Вергилий, ты опять здесь. Violence may be done against the deity by denying him in the heart. И чё? The vengeance of God is to be feared, no? The seven kings who besieged Thebes reside here. They feared not that vengeance. Семеро королей, осаждавших Фивы. Мерзостные пески. Короче, в каждом кругу находится по несколько вот этих самых подкругов. Так, это что, я обожгусь, нет? Да, вроде нет. Ну,
еще за черт такой? Это который взрывается, да? А вот их, похоже, нельзя это прощать, либо... А, там кто-то выкидывает просто. Ну и правильно. Грешник. О, еще один серебряный ключ. I was a notary and man of learning. I never corrupted the youth of Florence. Брунетто Латини, философ и ученый Флоренции, первый наставник юного Данте. Он страдает в седьмом круге ада за грех скотоложества. Позорище какое. Скотоложество, значит, да? Ты извращенец. Ну ладно, простим тебя на первый раз. Больше зверюшек не трогай. Не трогай письку козы. Письку козла, да. Это же он, да? Трогай письку козла. Блин, очень непросто его простить. Отлично. Думается, отличный результат. Старый друг. Вот, получен у нас пятый уровень праведности. И вот эта херня улучшена, которая влияет на этот самый... На магию. Давайте смотреть. Так, нам нужны жизни в первую очередь. Да, приобретаем и, собственно, магию улучшаем. И магия еще у нас остается в ветке порога. Так, а что еще открылось? Слот реликвий. Ой, блин, или слот реликвий взять. Это было бы круто, слушай. Ну давай, магия подождет, я думаю. Давай слот реликвий. А вот здесь что у нас? Мудрость Лукана. Блин, слот реликвий — это круто. Беру слот реликвии, и сразу же мы идем в реликвии. Смотри, страсть Тристана мы меняем на вот какая-то херня была крутая. Вот этот, враги больше не могут избежать всех атак от косы света Данте. Непонятно, но берем вот это и берем Атиллы. Что-то там у Атиллы было. Атаки игрока не прерываются, если враг их блокирует. Не знаю, то же самое или не то же самое. От коса света. Коса света, что такое? Ладно, поиграем так. Вот это почему не прокачивается? А, золото Октавиана всего лишь один уровень имеет. Поэтому оно не прокачивается. Но она крутая, да? Если я сбит с ног, Данте такой раз восстанавливается. Ну давайте, ладно, вместо нее что-нибудь еще поюзаем. Уж больно здесь всего интересного. Так, любой успешный блок удара врага имеет шанс оглушить его. А почему вот это до второго уровня прокачано, а и дальше нет? Давайте прокачаем до третьего. Странно. Я вроде убираю только те, которые прокачаны до третьего уровня. Так, я тебя тварь! Стандарт, смотри. Да блин, бей быстрее. О, теперь гречка не стала. Бля, у меня сбрасывается. А, это его, это... Водопечник. Вот.
Так, это обычно у нас живой, да? Да, вот эти фасады у нас известны своими... О, блядь, не ту кнопку нажал. Своими способностями ставить блоки. А у меня теперь стоят реликвии, на которые они не могут поставить блоки. Так, и штандарт прокачался. Смотри, как круто. Он, конечно, крутой, но хочется попробовать что-нибудь еще. Так. Пятый уровень кровь, клиент иммунен к атакам экскрементами. Ну такие еще мы не встретим. Все фонтаны выходят из строя после использования. Вообще не понимаю, что это такое. Так, вот это что? Зов Медузы. Нужна святость 5 уровня. Дальнобойные атаки Данте и урон от снарядов увеличивается. Пускай будет. Там что-то еще крутое наверняка было, но я думаю, мы успеем поюзать. Серебряник. Дон, ты куда ты прыгаешь, брат? Подожди, а как до него добраться? Why do my thoughts keep me awake at night? Are they from Earth? Да ёб твою мать. Так, кто ты такой? Гвидо Гвера, мудрый воин и лидер эльфов, который погряз в садомии и кровопролитии. Ну теперь, наверное, будем прокачивать... Так, подожди. Еще можно и отсюда, и оттуда пройти. Видимо, да. Нужна магия. Что-то на Акру, да, так похоже, вот где мы начинали. It is not for us to decide the fate of these souls. What souls? That is why we fight. They are not us. Fight with me, Crusaders. Spill the blood of heathens. There is no shame. Their souls are already lost. Блокируется. Ничего особенного, просто блокируется. На, подвинь сразу, папа. Еще будет? Ха-ха!
как там насчет моих реликвий, которые позволяют мне атаковать врага, несмотря на то, что он блокируется? Так, я отсюда пришел, да? Почти не потратил на них жизни. Ну ладно, давай возьмем, там кусочка не хватает, а то меня жаба задушит. Смотри, наверху грешник, наверх как-то... А, это не грешник, это новая реликвия. Отсюда можно допрыгнуть, Данте? Как ты считаешь? Считаешь, что да. Да, что, не блокируется, что ли? Так, атака? Ну ладно, они не особо сильно бьют. Главное, чтоб не скинули. Так, еще одна реликвия. Воспоминания Акры. Ну да, я же говорил, что это Акра. Так, что у нас тут в воспоминаниях Акры? Святость 5 уровня для экипировки Данте больше нельзя прервать во время выполнения атак крестом. А обувь Несса у нас один уровень из одного имеет, смотри. Поэтому ее смысла нет прокачивать. И вот этот артефакт... давай тогда обувь Несса поменяем. А, это тоже Святосякра один уровень. Так, ну и что еще мы можем здесь? Печать Эпикура у нас стоит. Кольцо Фридриха. Когда у Данте остается мало здоровья, есть шанс божественного вмешательства, которое оглушает врагов и исцеляет Данте. Но это прям что-то такое критическое. Увеличивает окно комбо, позволяющее Данте набирать очки стиля, увеличивающее счетчик ударов. Зачем это надо? Скорость заполнения искупления, может быть, возьмем. Так, вместо этого... Гнев Филиппо. Данте может блокировать ранние неотражаемые атаки демона. Выполняет автоотражение атак. Ну, давай. Что-то мы эту ставили, да, так... Так и не поюзали. Все могут прокачиваться до 3 уровня. Я твою мать, так и знал. Так и знал, что где-нибудь там... Теперь надо опять выставлять, да? А, или нет, смотри, это все осталось. Ну, тогда нормально. Теперь надо увеличить полоску магии. 4000 нам надо. Хотя магию мы не особо так набираем. До конца. Стоп.
ставлю 100 в гору, сейчас я буду толкать эту телегу, и на меня будут нападать всякие твари. Подожди, вверх можно залезть. Только зачем? А, потом, чтобы запрыгнуть на телегу. Так, вот это что такое? А, это нам двигается телега, все, понял. Ну, как я иду. Нападать, видимо, бесконечно. Смотри, не хватило магии. Опять один дурной какой-то остался, скачет. Блин, вообще возможно? Но зато очков здесь можно набить. Долг пришел, смотри. Thank you.
пугайтесь. На них внимание, что ли, это же бред. Чё теперь? Я не допрыгиваю. Да, блядь, не допрыгивается, все. Короче, надо не обращать на них внимания, просто толкать телегу вперед. Хотя мелкие могут доставать их много, они будут пить, пить и давать потолкать. Сейчас попробуем. Но они мажут, смотри. Иногда правда. Как вам такое? Такое решение. Даже дали какой-то бонус, смотри. Все, адьес, неудачник. Ой, куда он тут еще ёбкий, блядь? Правда, всю магию пришлось потратить. Ну, она для того нам и давалась, наверное, да? В этой локации. Так, очередной грешник, по-моему. Сохранялочка.
Sun, the third river in hell. From where do the rivers flow? On the island of Crete, there is a mountain called Ada, once glad with waters but now barren. Within stands a great figure of an old man, his head fashioned of gold, his arms and breasts of pure silver. At the fork of brass, down from there of iron, except the right foot, which is baked of clay. His flowing tears force a passage in the cavern. Their course is from rock to rock into this valley, where they form Acheron, Styx, and here, the Phlegethon. Where does it flow from here? Over the cliff and down, and when there is no more descending, they collect and form Lake Cocytus. There you will see. I shall not describe it. Так, все реки попадают в какое-то озеро. Да, на кровавый водопад, конечно. Бля, у Данте вся семья здесь, что ли? Давай поговорим, брат. Зачем так относишься, да? Фига скрутил кому-то, она прикинула. Подожди, что-то с мечом надо делать? О, это прям в цель попал. Ну так-то, в принципе, тоже у него. Что это ты делаешь? Брат.
Так, новая реликвия. Прощение Франческо. И что она из себя представляет? Данте защищен от всего вражеского урона. Что? Серьезно? От всего вражеского урона. А, на 5%? Типа на 10, на 15, да? Ну, прям так написали, что от всего вражеского урона он защищен. Our deeds were done in the name of God. Why has he forsaken us? In the name of God? Murder is only in the name of the murderer. Redeem yourself, brother. Use my soul wisely. Beatrice. Sister. Бразерхуд. Нерион вернулся. Будем драться. Так, не сдаваться, нет? Видимо, да. Неплохо они отлетают от этой атаки. Главное, близко не запускать. О, нет, ты говно, да, пришел? Нет, твою мать, вот только тебя, блядь, не хватало, а? Замочили. Yeah!
Что-то эпичная музычка классная. Надо бумагу поберечь. Так, а что если он так побил? Отправлять его. Там РТ горит. Да. Эти шаманы, вообще было бы легко. Типа, что случилось? Обман. Типа, баганула игра, видимо. Так, ну что ж, обман, следующий круг у нас получается. Мы его, наверное, будем проходить в следующей серии. Надеюсь, это вам было по душе, так что ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Увидимся в следующей серии. Пока!